рада видеть вас в деревеньке. Наша программа – это своеобразное место встречи таких разных, но всегда интересных людей, у которых есть чему поучиться. Есть среди наших героев и мастера на все руки, и те, кто является собой пример трудолюбия. Бывают и те, кто славится своим кулинарным мастерством. Всех талантов не перечесть, так что давайте просто знакомиться. Ой, как бы, знаете, утянулись, как кажется, еще больше что-нибудь, еще хочется больше намолотить. Ну, так, все уже заканчивается, все. Есть 100 тысяч. Шкловский район, первый лидер уборочной 2016. Хороший лен получается при благоприятной погоде, а это температура и влажность. Как выращивают северный шелк, узнаем вместе с деревенькой. Тот же великий Врубель сказал, я пишу не цветы, я пишу запах от цветов. Мы на даче у известного белорусского художника Анатолия Концуба. Виктор Якутин и Кирилл Волков – лучшие парни на деревне. Им наперебой задают вопросы, встречают как героев. Они и есть герои – жатвы. Единственный в стране их экипаж преодолел рубеж в 5000 тонн. А для Виктора Якутина это еще и подарок. Ему только исполнилось 55 лет, а сегодня он уже пятитысячник. Ой, как бы, знаете, утянулись, как кажется, еще больше что-нибудь. Еще хочется больше намолотить. Ну, так, все уже заканчиваем, все. Уборочно проходит хорошо, обеды горячие, все это проводится вовремя. Нравится техника и сам процесс уборки, интересно очень. Урожайность у нас вот в этом году хорошая, поэтому было интересно жать. За цифрами тяжелый труд хлеборобов, ведь приходится бороться с другими экипажами, с капризами погоды и своей усталостью. Чтобы обогнать время, в деревеньке встают рано и работают в поле до ночи. В этом году экипаж Александрийского – бесспорные лидеры уборочной. Но это заслуга и коллектива, и родных, признаются комбайнеры. Ну, три сына у меня работают здесь, и мне когда скучать они. Он рядом ходит, у нас Ягуар, это средний мой сын старший, с Румом ходит, а младший отводит на зерно от меня. Там у меня жена, двое детей, все ждут, скучают постоянно, потому что уезжаешь, они спят, приезжаешь, уже спят. Скучают очень. 4000-й рубеж покорился мастерам хлебной нивы, комбайнеру Вячеславу Карповичу и его помощнику Сергею Денисенко. Перед векам заслуженные подарки и благодарности. Этот год трудный. Тяжелее, чем прошлый, да? Конечно. Прошлые года было полегче. А чем? Очень много полеглости было. Боженька не награждала нас погодой толковой. Вот и приходилось нам с утра до вечера ждать минуты такой, чтобы нам рвануть с этого кусочка что-то. Что вырастили, то и убираем. Дай Бог каждому так. Работаем, стараемся, чтобы все было хорошо. В Александрийском урожайность доходит и до 70 центнеров с гектара. Есть участки, где собирают и 90 центнеров. Зерно хорошее, хвалится в хозяйстве. Подбор сортов, подкормка и соблюдение технологий принесли свои плоды. Намолоты хорошие на сегодняшний день. Мы уже более 22 тысяч намолотили. Единственное, что в этом году нас не балует погода. Шкловский район традиционно лидирует по урожайности и по темпам уборки и уже преодолел 100-тысячный рубеж. Современные технологии и разумный подход к уборочной позволяют адаптироваться даже к тем сюрпризам, что приносит природа. Аграрии уже намолотили более 106 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Убрано 86% площадей. На сегодняшний день, вы знаете, что это идет соревнование у нас основное между тремя хозяйствами. За первое место по валу и по урожаю. У нас здесь Александрия традиционно, Амкадор Шклов и Говяды Агро. Эти лидеры, которые на сегодняшний день получают не только урожай, но и вал, они получают результат. Самое главное в нашей работе – сплоченность, понимание друг друга с полуслова, с полужеста. Не успел подумать, как это уже все сделано. Вообще в области более 50 экипажей комбайнеров записали на свой счет более 1000 тонн намолоченного зерна. За сотню водителей перевезли более 1000 тонн. По оперативной информации на Могилевщине урожай собрали уже на 80% площадей. И край, как говорят в деревеньке, уже близко.
Северный шелк – так называют белорусский лен. Льняная ткань считается самой старинной, ей около 10 тысяч лет. Аграрии говорят, что за один сельскохозяйственный сезон лен рождается дважды. Первый раз, когда семена дают ростки, а вот второе рождение происходит уже в августе, когда лен вылеживается на полях. И если сначала все зависит от сельчан и их умения уложиться в сроки посева, то во втором случае руководит небесная канцелярия. Раньше специалисты наблюдали некую цикличность в урожайности льна и даже могли ее просчитать. Считалось, что самый урожайный лен получается один раз в 5 лет. Теперь эти границы смазались, потому как у культуры появилось множество разных сортов. Но и по-прежнему хороший лен получается при благоприятной погоде, а это температура и влажность. Сырьевая база Хотинского льнозавода – 1100 гектаров земли. Лен уже вытеребили, теперь он вылеживается. Должно пройти минимум 2 недели, а то и больше. Сейчас гадать об урожае пока рано. Здесь где-то сантиметров 70 будет длина этого растения. Ну, 70-80 сантиметров позволяет иметь урожай уже не ниже 10 сантиметров с гектара по волокну. Ну, сейчас для этого льна нужна влага. И температурный режим не ниже 17-18 градусов круглосуточно. Самый лучший был показатель это в 2013 году. Он реально, если смотреть по отношению всех, вот он, красивый. Он выше. Выше намного. И поэтому длинностепельный лен, длинное волокно, оно ценится и оно нужно. Хотинский льнозавод построен еще до войны. В военные годы завод сожгли, чтобы не достался врагу, а в 1950 году производство возродили. По правде говоря, свой век оборудование давно пережило несколько раз, но на заводе уверены, желание производить качественный продукт победит любые неполадки. На данный момент это оборудование полностью амортизировано, но оно всегда в рабочем отличном состоянии у нас находится. Только мы недавно вышли из капитального ремонта технологического оборудования. Сразу же это отразилось на производстве. Удельный вес волокна увеличился, составил 29%. Пока Хотинский завод работает на прошлогоднем сырье. Из длинного волокна делают ткани для пошива одежды, столового белья. Короткое пойдет на веревки и технические ткани. Основная задача предприятия – выполнить госзаказ. Завод производит сырье для Оршанского льнокомбината. Остальное экспортируют в Россию и Прибалтику, где наше льняное волокно пользуется спросом. Говорят, продавали бы больше, но сдерживают квоты. Волокно есть. И продавать можно, и выгоднее продавать, потому что на каждой тонне мы обычно получаем 3-3,5 миллиона на тонне волокна дополнительных денег. И это выгодно для нас. Пока же получается, что предприятие перевыполняет госзаказ. Производство почти безотходное. Костру сжигают в собственной котельной с 2 котлами – основным и резервным. В час один котел производит 2,5 тонны пара. Этого тепла хватает на сушку льна, а зимой еще и на отопление завода и административного здания. На предприятии работает 84 человека. Есть и ветераны, и молодежь. Все держатся за свою работу. Платят, говорят, достойно. Много уже работаю. И сколько лет? В году, наверное, 25. Вот, точно даже не скажу. Ну, сортируем вот волокно, отправляем в Оршу. А запах льна любите? Да, привыкли уже к нему. Хорошо платят? Ну, нормально. В районе, по району нормально. Где-то мы выше середины находимся. Средняя зарплата 4 миллиона 785 тысяч. Потом мы стараемся по результатам работы выплачивать премиальное людям, заинтересовываться, в зависимости от выполнения плана. Вдоль здания льнозавода припаркованы десятки велосипедов. Работники предприятия автомобилям предпочитают экологичный вид транспорта, такой же, как и продукция, которую здесь производят. А льняные вещи носите? Ну да, приходится. Любите носить? Да. Под лен на Могилевщине отведено более 8 тысяч гектаров. Выращивают северный шелк 9 районов. В Дрибинском и Хотинском вытеребили 100% площадей.
19 августа – яблочный спас. К этому времени уже поспевали яблоки, и люди собирали их, ели их с сахаром, с медом, а также готовили разные блюда, например, пирог из яблок. При этом у каждой хозяйки был свой уникальный рецепт, и, приходя в гости, каждый раз можно было попробовать какое-нибудь новое блюдо. До второго спаса есть яблоки запрещалось, а первые собранные в этот день плоды освящали в церкви и только потом вкушали. Иногда, доедая последний кусок спасского яблока, загадывали желание и верили, что оно обязательно исполнится. Яблочному спасу предшествует медовый. Особая традиция отмечать этот праздник существует на Голубой Кренице в Славгородском районе. Люди верят в чудодейственную силу синего колодца. Говорят, от воды из Голубой Креницы отступают все болезни. Поэтому к святому источнику с каждым годом приходит все больше паломников и туристов. Традиции паломничества и поклонения Голубой Креницы присвоен статус нематериальной ценности Беларуси. Это святыня, древняя святыня земли Радимичей. Радимичи – одно из трех племен славянских, которые составили нашу нацию, нас, белорусов. Наш народ говорит, что к сухому колодцу или к пустому колодцу за водой не ходят. Все-таки почему люди сюда приходят? Потому что здесь чувствуется благодать, и она действительно дается каждому по вере и по его сердечному душевному расположению. Паломники молятся, терпеливо ждут очереди поклонения святым ликам, камню. Окунаются только после освящения в кренице воды и крестного хода. Мы каждый год приезжаем, набираем воду, и этой водой привозим своим детям, внукам. Мы из Минска приехали. Мы приехали из Рокоссовского района, с Гомельской области. Соседи со мной приехали, они ездили сюда не первый раз. Специально сюда каждый год приезжаем, 5 лет уже. Просим здоровья. Просим благополучия для всех семей. Шерика. У нас полный автобус. Из центра социального обслуживания населения для пожилых людей. В праздник Маковей, медовый спас, люди освящают мед. На фестиваль приезжают пчеловоды не только из Могилевской области. Выбор меда здесь огромный. Люди все довольны. Качество меда у нас, белорусов, хорошее. То есть бренд «Белорусский мед» всегда на высоте. Ремесленники тоже представили свою продукцию. В этом году, как никогда, огромным спросом пользуются рубахи-вышиванки. Все большие размеры разобраны. Остались вот такие вот, до 50-го размера. И то спрашивают очень много. Интересуется и молодежь интересуется. Наша белорусская культура интересует многих. Мы продумывали, чтобы сохранить народное творчество, сохранить память, сохранить легенду о Голубой Кренице. И это паломничество превратить по-настоящему праздник не только религиозный и духовный, но и культурный праздник на нашей территории. В старину место вокруг синего колодца было сакральным. Где-то рядом находится капище Радимичей. Поэтому Креница не место для веселья, говорят старожилы. Она действительно исполняет желания, поправляет здоровье. Но просить ее об этом надо тихо. К этому чудодейственному источнику испокон веков тянулись люди, у которых проблемы опорно-двигательной системы. Просили помощи у Креницы и бездетные семьи. Надо обращаться именно от чистого сердца, наедине. Вот как исповедуешься Богу. Ты же не кричишь при всех, что у меня вот то-то, то-то, то-то. Так и это. Женщины приходят или рано, как только солнце начинает вставать. Они просят не только воду. Они говорят: «Святая Креница, благослови водицей». Просят Бога, просят солнца, просят земельку родную. И говорят: «Земелька, ты ж родишь на всех и на все. Дай нашему роду приплоду, чтобы родился у нас кого кто хочет, то и того и прося». У меня родная дочка приехала сюда на Креницу, попросила. Долго детей не было. Вот. И потом появилась у нас девочка. Красивая, стройная такая. Уже ей 13 годов. Голубая Креница – это глубокий колодец. Его называют синим. Из шахты в 200 метров бьет чистейшая вода.
Это самый большой родник в Восточной Европе. Чудо природы. На праздник Маковея в деревню Клины Славгородского района приехало более 100 тысяч гостей. Это по скромным подсчетам. Одновременно в районе святого места находилось более 7 тысяч автомобилей из Беларуси, России, Украины, стран Евросоюза. Чтобы переехать понтонный мост, который ведет к источнику, в очереди пришлось стоять более часа. Столько же занимала и обратная дорога. Летом в деревеньке сплошная идиллия, все цветет и благоухает. Такая обстановка как нельзя лучше подходит для человека творческого. Просим любить и жаловать известный белорусский живописец Анатолий Концуп. Здесь, в своем отдельно взятом уголке рая, просто дачник. С мольбертом, конечно, не расстается, это у него главный инструмент. А садом занимается супруга Мария. Так, ну Нюша, вы думаете, я стану художником? Отнимать у него драгоценное время? Если у него иногда появляется желание, он говорит, давай, вот у меня есть время, я тебе что-нибудь помогу, давай мне, что тебе делать? И вот мы уже тогда вдвоем собираемся и что-то начинаем делать. Хозяйка расстаралась, цветов здесь множество. Есть простые, сельскому глазу привычные, а есть и диковинные. Вот только художник рисует лилейник, причем самой обычной расцветки. Интересно, почему? Потому что эти вот сортовые, красивые, эти экзоты всякие, они настолько красивые, они настолько сами по себе замечательные, что там же художнику не к чему прислониться. А ведь мы хотим быть не просто фотоаппаратами, зафиксировать то, что есть. Мы хотим передать некие там свои переживания, какие-то там, как тот же великий Врубель сказал, я пишу не цветы, я пишу запах от цветов. Вот, поэтому вот этот момент некий такой, и оказывается, что этих простых цветах это проще передать. Там они не отвлекают своей красотой, они сами по себе дают тебе простор для того, чтобы ты свое что-то там сделал, настроение передал и так далее, и так далее. Я люблю простые полевые цветы. Думается, что простые полевые цветы каждый в деревеньке любит. Это они напоминают нам о детстве, о беззаботных летних деньках. Как становишься старше, так и забот прибавляется, будь ты хоть пахарь, хоть художник. И тут уж думай, какой труд в приоритете. Она все время намекает, давай, вот, что-нибудь сделай, возьми себе под опеку какой-нибудь куст, какую-нибудь грядку, какую-нибудь что. А я сразу открещусь, нет, нет и нет. Я на подхвате, я всегда готов какие-то строительные работы, там, ограждение этого бассейна сделать, там, где-то какие-то дорожки проложить. Это еще это такая чисто мужская работа, которую я на себя беру. Вот какой красивый водоем пара соорудила. А по берегам украшения, керамические работы Анатолия Концуба. Где художник только не бывал, каких только красот не повидал. А говорит, лучше, чем у нас в деревеньке, нигде нет. И как только я приехал, мне сразу сюда, потому что здесь я сам один, наконец-то могу отдохнуть, наконец-то могу подумать, наконец-то могу решить, что мне дальше делать, что прочее, прочее. Поэтому для меня это такой вот уголок, где для отдыха, для размышлений. И пусть размышления эти будут только о хорошем. Подсолнухи обладают удивительным умением всегда смотреть на солнце. За день эти растения поворачивают свои головы с востока на запад. И откуда они только знают, откуда взойдет солнце? Таким образом, цветок приспосабливается к окружающей среде. Он следит за солнцем и получает больше света. А еще так подсолнух больше привлекает пчел, ведь они очень любят теплые поверхности. Вот такие вот они, хитрые подсолнухи. Ну что ж, а на сегодня это все. Деревенька говорит вам до свидания, до новых встреч и берегите себя.